Мне кажется, сейчас должна быть национальная идея одна. Каждый человек должен жить богато и достойно. Каждый. Вот это главная национальная идея. Потому что, когда я приезжаю в Воронеж, и, ну, как по традиции, я всегда захожу в детские дома с подарками, и узнаю, что там преподаватель с высшим образованием получает 4 тысячи рублей, а завуч 8 тысяч рублей, при всем том, что цены на продукты там не ниже, чем в Москве. Потому что основная масса заводится в Москву, а потом уже туда. Все же импорт. Одежда еще дороже, потому что это же транспортные расходы. Опять все прилетает из Китая в Москву, а потом уже развозится еще все эти там черкизоны и так далее. А как люди живут? Мне даже стыдно задать этот вопрос, как вы живете на 4 тысячи рублей. Это же надо заплатить квартплату, да? Я физически не представляю, как это можно. И вот главная задача сделать так, чтобы люди жили богато и счастливо. Вот это главная национальная идея. Не построение там социализма, коммунизма, там, не знаю, капитализма, там чего угодно. Не превращение опять России в какую-то империю, чтобы у нас там вместе были с нами и Беларусь, и Казахстан, там и так далее. Не нужно. Пусть будем одни, но будем жить счастливы. Вон, бельгийцы не задумываются про свои идеи, да, там, или голландцы. Да, живут счастливо и достойно, и довольны все. Поэтому не надо никаких идей, просто давайте жить хорошо.